Asichas, mi budim chitat ob etam histori. Praznik pozvoyashcheniya. Praznik pozvoyashcheniya. Ob eto praznik sichas mi budim chitat v Biblii. Otkrivayte, pozhalosta, Первый Маковей, глава 4, стих 1. Я медленно это буду читать сейчас. Тогда взял Горгие 5000 пехотинцев и 1000 лучших всадников, и ночью удалился из лагеря. До конца он может ворваться в лагерь евреев и внезапно поразить их. И люди крепости были его проводниками. Теперь, когда Юда услышал об этом, он сам удалился вместе с доблестными людьми, чтобы он мог поразить армию короля, которая находилась в Эммаусе, пока силы были рассеяны из лагеря. В разгар сезона Горгий ночью приходил в стан иудейский, и когда не нашел там никого, он искал их в горах. Потому что сказал он, эти люди бегут от нас. Но как только наступил день, Юда показал себе на равнине с 3000 человек, у которых тем не менее не было ни доспехов, ни мечей. И увидели они стан язычников, и он был крепким, хорошо запряженным и окруженным всадниками. И это были войные эксперты. Извиняюсь, это были войные эксперты. Тогда Юда сказал людям, которые были с ним, не бойтесь их множества и не бойтесь их нападения. Вспомните, как наши отцы были доставление в Красное море, когда фарао преследовал их с помощью армии. Итак, теперь позвольте нам вызывать к небу, если в будущем Господь помилует нас и помнит завет наших отцов. И уничтожит это войско перед нашим лицом в этот день, чтобы все язычники знали, что есть тот, кто спасает и спасает Израиль. Тогда незнакомцы подняли глаза и увидели, что они приближаются к ним. Посему они вышли из лагеря на битву.
notificatória bilis judoi is dalis voi trubi. Itak, anivistupulif boi e yazishniki smushenie skriris na ravninie. Novse последnie is nik bili ubiti mieshem, потому что они преследовали их до Гезера и Равнин и Думей и Аждода и Явнения и было убито их на 3000 человек. Сделав это, Юда снова вернулся со своим войском, преследуя их. И сказал народу, «Не женщайте по добыче, так как перед нами битва, и Горгий и его войско здесь, у нас на горе, теперь вы против наших врагов и победите их, и после этого вы можете смело брать добычу». Стих 12. Поскольку Юда все еще произносил эти слова, появилась часть их, смотрящих с горы, кто, когда они почувствовали, что евреи отправили своих хозяев в бегство и сожгли палатки, ибо увиденный дым объявил о том, что было сделано. Когда они увидели эти вещи, они сильно испугались, и, увидев также хозяина, Юды на равнине, готовы к сражению. Они убежали всех в чужую землю. Затем Юда вернулся, чтобы испортить шатры, где у них было много золота, серебра, голубого шелка, пурпурного моря и огромных богатств. После этого они пошли домой и исполнили песню благодарения и восхваляли Господа на небесах. Они, как сказать здесь, восхваляли, они восхваляли Господа на небесах, потому что наш Бог всегда помогал нашим людям, когда мы соблюдаем Его заповеди. Юда выиграли много войны. Поэтому они здесь очень счастливы. Дальше. Потому что это хорошо, потому что его милость длится вечно. Таким образом, Израиль получил великое избавление в тот день. В этом день. Стих 26. Теперь все пришельцы, которые спаслись, пришли и рассказали Лисию о том, что произошло. Кто, услышав об этом, был посрамлен и обескуражен, потому что не так же вещи, как он. Не совершались Израилю ни такие вещи, как сар приказал ему сбиваться. В следующем году, следуя за Лисием, собралось более 50 тысяч избранных пехотцев и 5 тысяч всадников, чтобы он покорил их. И пришли они в Идумею и разбили свой матри в Бефзуре. И Юда высветил их с 10 тысячами человек. И когда он увидел эту могущую армию, он помолился и сказал, «Благословен ты, или благословен вы, о спаситель Израиля, который подавил насилие могущественного человека от руки раба твоего. Благословен ты, о спаситель Израиля, который подавил насилие могущественного человека и руки раба твоего Давида, и я дал множество пришельцев в руки Йонафана, сына Саула, и его оруженосец.
Заткни эту армию и руки народа твоего, Израиля, и позволь им запутаться в своей силе и всадниках. Ободри их и смелось их силы отступить, и пусть они содрогнутся при своем разрушении. Низвергни их мечом, любящих тебя, и пусть все знающие имя твое восхваляют тебя с благодарением. И так они выступили в бой, и было убито воинством лиси, как около 5000 человек еще до того, как они были убиты. Теперь, когда Лисиас увидел, как его армия отправления в бегство, и мужественность солдат Юды, и как они были готовы либо жить, либо доблестно умирать, он отправился в Антих и собрал компанию незнакомцев и сделав свою армию больше, чем она была, он намеревался снова прийти в Юды. Дальше мы продолжаем. Это очень, очень богатая история, очень интересно. Стих 36. Тогда Юда и его братья сказали: вот, враги наши смущены, пойдем очищать и осветить святилище. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.